слушать вас будут. Я бы хотел обратить ваше внимание, чтобы вы воспитывали, прежде всего, молодежь, воспитывали правильно. Ни в коем случае не чтобы, наша молодежь не проявляла агрессии, чтобы не было больше в наших видах спорта, в нашем единоборстве подобных случаев, которые сейчас так популярны, скажем так, в наш телевизор, в наш телевидении. Вот, и воспитывать достойных людей, прежде всего, ну и сильных спортсменов. Я бы хотел обратить ваше внимание, я так понял, Геннадий вам уже одну тренировочку дал по ударной технике. Так, я бы хотел это немножко связать с нашей, с нашим видом. То есть, и хотел бы обратить ваше внимание, что начинает тренировку. Если это ударная тренировка, значит, больше, начиная с разминки, мы уже подготавливаем себя, чтобы не было пустой работы, пустой просиживания там где-то, или начинаем готовиться прямо с самого начала тренировки. Я бы хотел, чтобы вы ввели, допустим, сейчас такие упражнения родных. Сейчас станем устойчивым. То есть работа рук, работа ног. Побольше, допустим, когда мы двигаемся, когда мы разминаемся, побольше движений на скручивание, на раскручивание корпуса. Когда отступаете назад, когда вперед двигаетесь. То есть вот эти вещи. Начинаем с этого прям. Когда мы бежим, когда мы добавляем, потом где-то, если тренировочка у нас руки-ноги, больше добавить, допустим, выбрасывание ног. Прямые удары, боковые. Лоу, то есть то, что мы делаем, прямые, да, то, что мы выкидываем ногу, то есть это начинается уже отсюда, выкидываем ноги, то есть давайте сейчас встанем раз по 10, допустим, удар левой, вот мы работаем, ноги здесь, тайцы, идет подготовительная работа, уже самые разминки. То есть руки не опускаем, нога выходит, колено выходит к груди, и отсюда выталкивается корпус, то есть как бы так выбрасываю ногу отсюда, от груди. И пошли, раз по 10, раз, два, три. Не-не, никак радиться. Стоп, руки не опускать, стоп. Руки не опускать. Еще хочу обратить ваше внимание. В нашем виде спорта руки не опускать, желательно не опускать вообще, вот этого делать не надо. Вы можете промахнуться, вас могут встретить, вас первый раз посмотрят, как вы выкидываете ногу, второй раз стоит вам получше. То есть руки отсюда работают, также отсюда выкидывают. Не убирайте руки от головы, руки все время. Подписывайтесь прямо. Например, 10 правой, только старайтесь корпусом, поддавать корпусом, не одной ногой, а как бы с корпусом, раз, вот это, выкидываю ногу, выкидываю ее, старайтесь, когда выкидываете любой, правой, левой ногой, выкидывай за счет таза, здесь то же самое, как бы, я выкидываю за счет таза, за счет подачи, то есть я поддаю как бы всем телом и вставляю, выкидываю ногу всем корпусом, всем телом. Сейчас развернемся. То же самое голову. Раз, два, три, четыре. То есть легче. Раз, два, три. И старайтесь как бы вот именно раскрутить ваш таз. Раскрутить, раскрепоститься. Не быть зажатым. Быть свободным в любой момент. То есть я могу с этой дистанции атаковать, с этой могу дистанции, то есть любой дистанции я могу атаковать, любой, где-то подработать, где-то на скачке, на подходе, на подскоке, чтобы не было плохо, чтобы вы зажались, как здесь вы зажимаетесь и начинаете раз, два, тяжело, все, должно быть все очень легко, раз, два, три, все с таза, все с корпуса, еще один раз. Стоп, ошибка, сразу вижу. Ошибка, начинаете, вот ноги
Решена формация. Вот что делаете. Не пускает, корпус ваш не пускает вашу дальше. Ломаете корпус, плечи в одну сторону, таз в другую. Вот что. Раз, два, три. Да, корпус. Разворачиваю. Тоже самое в эту сторону. Раз, два, три. Разворачиваю корпус. Обратите внимание, нога, когда я бью коленом, давайте, иди сюда. Когда я бью коленом, то есть невыносительно, она не прожимается сюда, и таз не убирается назад. То же самое с тазом. Выводится таз, колено как бы я вытыкаю туда. Понятно? Проткнул. То же самое отсюда, проткнул туда. Понятно, да? То есть не убирайте таз назад. Это ошибка. Вот эти все упражнения вы должны включить в разминку. Чтобы каждый день по чуть-чуть ваши воспитанники, они разбрасывали вот именно таз, именно ноги, руки, разгрузить, раскрепостить. Сейчас оденем перчаточки. И еще кое-что покажу.